И снова всем приветики, мои секретики. Вы сейчас на моем канале Секрет Тока. Здрасте, молдасте, забыл покласти. Всем привет. В общем, мы уже приехали на север. Да разве это север? Это джунгли какие-то исторические. Майк, не пали контору. В общем, мы поехали уже к родителям Лео в квартиру. Поехали быстрее, а то уже холодно. Хорошо. Вау, какой вид. Аккуратней. Пойдем. Ну пойдем уже, мне не терпится их увидеть в реальности. Хочу, ну пойдем. Хочу есть. И мы обязательно поедим, конечно же, Майк. Да. Ой, ну все, звоним. Так, кто там у нас? Силия, Лео и еще... А я Майк, приятно познакомиться. Ой, какой же хороший мальчик, мне тоже очень приятно с тобой познакомиться. Ну, проходите. Здравствуйте, мне очень приятно вас увидеть, потому что я об этом, если честно, мечтала. О, ну не надо. Привет, мам. Привет. Муа. Ну все, проходите. Здрасте, молдасте, жабопа. Класти. Алло, гараж, я Дора. Приятно познакомиться. Я Майк. Ничего себе. А что это у тебя за кот на голове? Шапка. Шапка? Я не верю. О, здравствуйте всем. Привет, сынок. Привет, папа. Здравствуй, Силия. Здравствуйте. Очень приятно вас увидеть уже в реальности, а не на каком-то экране компьютера или телефона. Ну что же, давайте, проходите. Есть пистолет. Здравствуйте. Как вас зовут, молодой человек? Я Майк. Очень приятно, Майк. Что у тебя за шапка на голове? Это кот. Пойдем за стол. Да. Ну вот все, присаживайтесь. Мы вам тут испекли вот такие пироженки. Да, я сама пекла. Вау, какие красивые. Кушайте. Опа. Майк, мы тоже хотели с Лео поесть. Я больше всех. Поголодался. Очень пожевливаю. Это мы уже поняли. Да. Давай, гараж? Давай. Я привез машинку. А у меня вот больше игрушек. Смотри, сколько у меня их. А у меня тоже есть в чемодане. В чемодане? Нет! У тебя нету столько игрушек все равно, как у меня. Есть. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Лео, открой мне чемодан. Ладно, сейчас. Так, вот. Смотри, сколько игрушек. Вот какой даже ленивец есть. Чувяк. Пришелец. Робот. Акулита. Вот сколько. Ну, у меня все равно больше. И еще машинка. Ну и что? У меня тоже есть игрушки. Можно я тебе тоже покажу? Да. Давай. Давай посчитаем, чем больше. Моих все равно больше. Моих. Нет моих. Нет моих. 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 Тихо прекратили спорить. Что вы тут разругались-то все? Просто он, Майк, не верит, что у меня больше игрушек. Дора, прекрати, не нужно спорить, у кого больше игрушек. Просто возьмите и играйте. Ну ладно. Будешь с моими игрушками играть? Нет. Дора, спокойно, не плачь. Что случилось? Он не хочет играть с моими игрушками. Потому что у меня есть свои. Так, ну подождите, Майк, давай вы будете делиться игрушками, она тебе свои покажет. Ты свои покажешь. Ну, мы уже показали. Ну, если показали, то показали. Пойдем играть уже. Да, пойдем. То к чему? Сама не знаю. Вы переодевайтесь, а то спаритесь сейчас. У нас дома-то очень жарко. Топ-топ. Ну топ, хорошо. Я пришелец. Топ-топ-топ. Я пришелец. Я вообще летаю в воздухе. Я на летающей тарелке. А у меня тоже есть вот такой вот, вот тоже пришелец непонятный. Вот, топ-топ-топ. Ну,
Можно я вас познакомлю для начала со своими подписчиками? Конечно, можно. Маму Леона зовут Мэдди, а папу Лео зовут Боб. Вот так вот. Ну, может быть, теперь сходим куда-нибудь? О, точно, мы же хотели вам предложить вместе с Бобом сходить на гору, покататься на лыжах. И на ледянках можно. Например, дети будут кататься на ледянках, ну, а мы можем и на лыжах. Да, это прекрасно. Ложите ваши рюкзаки и пойдемте быстрее. Дора, иди сюда. Да, мама. Пойдем одеваться на улицу. О, ура! Ты у меня, что ли, куртку своровала? Нет, это моя. Мне мама такую купила. Это, наверное, ты у меня своровал. Нет. Майк, одень вот такую вот шапочку, чтобы не замерзнуть. Под костюм. Да. Видишь, какой ты прикольный? Да. Ну все, можно идти. О, Лео, ты тоже без шапки. Тебе тоже ее нужно одеть. Надевай. Ну, Силе, я же не маленький. Какая разница, в каком ты возрасте? Главное, чтобы тебе было тепло и хорошо, чтобы ты не заболел. Вот наша доска и вот наша лыжа. Еще палки нужно взять. Ты возьмешь, дорогой, палки? Да, конечно. Все, готовы к бою? Да! Так, я вас заберу, мелкие. Мы не мелкие. Ой, ладно, боюсь. Пойдемте. Чувак, а можно блинчики? Абрамские. Ты правда хочешь блинов? Да. Ну ладно, сейчас. Тебе с чем? С черникой, вишней или со сливками? Со сливками. Окей, вот твой блин и готов. Спасибо, Влад. Не за что, обращайся. Вкуснячина. Ой, зефирки. Так, ну что, все готовы? А где Майк? Майк! Я тут. А, все хорошо. Потерялся. И не потерялся. Ага. Так, я отправлюсь с ними, значит, туда, где... Ну, короче, на ледянках кататься. А ты знаешь, где это? Ну, конечно, плохо, но ладно. Давайте покатайтесь сначала с Лео на лыжах. Я на лыжах. Нет, не ты, Майк. Мы с вами поедем на ледянках кататься. Ура! Еще я первый. Подожди, Майк. Что ж, на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также ждите вторую часть. Всем пока-пока!